Спайдермен, Человек-паук, судя по всему, только что успешно участвовал в операции по спасению традиционного Голливуда. Традиционный Голливуд – это в первую очередь производство широкомасштабных кинолент, рассчитанных на просмотр в больших кинотеатрах. Продукция для телевизионного экрана, не говоря уже для компьютерных мониторов, это нечто совсем другое, в том числе и с художественной и технической точки зрения. А на протяжении уже 2 лет фильмы, выходящие в кинотеатрах, едва окупались, либо же приносили убытки. Люди в кино ходили крайне редко, и все это предвещало Голливуду очень нехорошие перспективы с полным доминированием телевизионных и интернетских каналов как потребителей кинопродукции. Но вот в этот уикенд 8-й фильм про Человека-паука «Spider-Man No Way Home» оказался сенсацией. Его посмотрели в прошедшие выходные только в США и Канаде 20 миллионов человек, и собрал он 253 миллиона долларов. «Spider-Man» показал, что кинотеатры хранить еще, наверное, рано. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.